Здравствуйте, друзья! Мелбет Первая Лига на ваших экранах прямо здесь и сейчас. А вывеска какая? Название команд, которые вы сейчас видите перед собой, и, собственно, коллективы, которые за ними стоят, могли бы теоретически встретиться даже в стыковых матчах за Премьер-лигу вот не так давно. Звучит стартовый свисток. Мелбет Первая Лига, пятый тур, Грозный, стадион Ахмат-Арена, Алания, Торпедо. Уже и голевую передачу сделал, и два мяча забил. На данный момент лучший бомбардир Торпедо. А вот сейчас Гангадзе, какой шанс, упускает. И Гангадзе оказывается прямо перед воротами. Бьет мощно в ближний угол, но спасает команду Солдатенко. Великолепная реакция Ростислава. И вернулся. Вернулся в Алания. Ох, какой момент сейчас может быть! Гангадзе! Гангадзе! Не попал опять поворотом. Ну, вернее, прошлый-то раз Гангадзе попал, сейчас не попал в створ пустых уже ворот. Какой шанс! Невероятный для Торпедо. Все, можно. Передача к штрафной площади. Удар хороший получается у Шавлокова. Чуть-чуть выше створа. Путали-путали, в итоге запутали. Розыгрыш на ближнюю штангу. Ой, как здорово! Удар! Ну, здорово. Открывается на ближнюю штангу Гурциев. Катит низом, и полноценная ударная позиция у Хабалова. Бабурин. Ошибка. Ошибка Бабурина. Чочев. Все под удар. Ищут варианты. Гергбиани убирает под себя. С левой ноги рикошет. И мяч в воротах. Казалось бы, удар-то совсем не туда, куда надо. В итоге полетел. А там помог рикошет. И Царукян и компания отправляются поздравлять Николая Гергбиани с первым голом в этом сезоне. Технично здесь Гергбиани сыграл. Убрал под левую, но мяч, конечно, не попал бы в ворота, если бы не такая ситуация. 1-0. Алания выходит вперед. А с торпедовцами еще более короткая история. Всего одна встреча и одна победа. Гергбиани. Хороший пас Машукова. И Гергбиани на секунду опередил Калугина. Гергбиани направо. Хорошо сейчас идет мяч вперед. И дальше Хабалов. Вот нужен пас. И нужен удар. И все это было. Все, что нужно. Все у Алании есть. 2-0. Хозяева увеличивают преимущество. Ислам Машуков. Помните, в первом тайме был момент. Ну, правда, Хабалов тогда делал немножко другого рода передачу. И требовалось другого рода передачи. Он был гораздо дальше, и он по дуге просил от него Машуков паса, но он тогда сделал передачу под себя. И вот сейчас Хабалов все-таки находит Машукова. Машуков просто подставляет ногу и таким образом забивает уже третий мяч в этом чемпионате. Нет. Не вознаградили рывок Стефановича передачей. Лебеденко. Удар поворотом. Какой плотный! Тащит сейчас Солдатенко. Горбунов. Прострел. Удар! Хорошо пробил Лебеденко. Но здесь Солдатенко классно парировал. Мне кажется, несколько раз уже в простых ситуациях правый мяч терял. Не допрыгивает высокий Стефанович, но на подборе первый Горбунов. Еще одна передача. Стефанович, скидка, и Ростислав Солдатенко! Офсайда нет, скидывает Стефанович. Бьет в упор Шамкин. Просто в упор. Но Солдатенко великолепно реагирует. А дальше нарушение правил. Шамкин уже открытыми шипами. Как разобрался, бросил. Красавец. Ну что, вот такой итог. Победа Алании. 2-0. Алания в тройку отправляется. Спасибо, что смотрите Мелбет Первую Лигу. Меня зовут Михаил Меломед. Любите футбол, и он обязательно ответит вам взаимностью. Удачи. Пока.